Здравствуйте! Сегодня мы с вами научимся вязать цветочек на 6 лепестков. Выполняем 4 воздушных петли, которые замыкаем в кольцо. Раз, два, три, четыре. Замыкаем в кольцо соединительной петлей. Делаем одну петлю подъема. И в наш кружочек с вами выполняем 5 столбиков без накида. Провязываем. Раз, два, три, четыре и последний, пятый. Завершаем ряд соединительной петлей в первую нашу петлю подъема. Теперь выполняем воздушную петлю и арочку из 2 воздушных петель. Раз, два. Закрепляем эту арку столбиком без накида в следующую петлю основания. Провязали. Опять выполняем 2 воздушных петли и провязываем столбик без накида в следующую нашу петлю. Опять выполняем 2 воздушных петли и провязываем в столбик без накида предыдущего ряда. Так мы будем выполнять с вами до конца ряда. Всего у нас должно получиться 6 арочек. Мы выполнили с вами 5 арочек. Выполняем последнюю, 6-ю арочку и завершаем этот ряд. Раз, два, 2 воздушных петли. Вводим крючок в первую петлю подъема нашу и делаем соединительную. Теперь выполняем ряд лепесточков. Лепесточки наши будут состоять из шишечек, или их называют кулечками, или кукурузное зерно. Я буду их называть просто шишечками. Выполняем 4 воздушных петли и под нашу арку провязываем 5 столбиков с 2 накидами. Провязываем. Первый столбик, второй столбик, третий столбик, четвертый столбик и пятый столбик. Работу поворачиваем и в первый столбик с 2 накидами вводим крючок и выполняем соединительную. Подтягиваем. Наша с вами шишечка готова. Выполняем 4 воздушных петли и закрепляемся в столбик без накида предыдущего ряда просто соединительной. Наш с вами первый лепесточек готов. Давайте выполним еще один лепесток. Раз, два, три, 4 воздушных, 5 столбиков с 2 накидами под арку из 2 воздушных петель. Выполняем второй столбик, третий столбик с 2 накидами, четвертый и пятый. Напоминаю, все столбики выполняются под арочку одну. Работу поворачиваем. Вводим крючок в вершину столбика с 2 накидами и выполняем соединительную, подтягиваем, разворачиваем. Второй лепесточек у нас готов. Выполняем 4 воздушных петли и делаем соединительную в столбик предыдущего ряда. Второй лепесточек нашего цветочка готов. Так будем выполнять до конца ряда. Мы выполнили с вами 5 лепесточков. Давайте выполним последний, 6-й лепесточек и завершим ряд. Выполняем 4 воздушных петли и 5 столбиков с 2 накидами под арочку. Первый столбик, второй столбик, третий, четвертый и пятый. Напоминаю, все столбики с 2 накидами под одну арку. Разворачиваем работу. Вводим крючок в верхушку первого столбика с 2 накидами. Выполняем соединительную и подтягиваем. Наша шишечка готова. Выполняем 4 воздушных петли
и выполняем соединительную. Основание наших столбиков выполнили. Наш с вами цветочек готов. Вот такой простой, красивый цветочек.